Я из Украины. Я родилась в Харькове, потом я переехала в Киев, и я в какой-то момент поменяла работу, родила ребенка и стала работать в IT в американской компании. И наша компания отправляла людей в Чикаго. Я сейчас живу в Чикаго. Ну, как бы командировку, как бы по обмену знаниями и так далее. То есть каждый человек нашей компании должен был поехать из Киева в Чикаго на 2 недели. И там, ну, как бы жить в Чикаго, работать в офисе в Чикаго, обмениваться опытом и так далее и тому подобное. Я приехала в Чикаго, и мне было скучно. Вот, я думаю, я тут 2 недели одна, никого не знаю. Мне, короче, скучно, и найду-ка я себе кого-нибудь, кто бы со мной потусил. Вот, у меня мыслей как бы не было особо там женихов искать, вот. Но я куда полезла? На сайт знакомств. Вот. Я там была зарегена, это был OkCupid. Вот. Я туда залезла, у меня там особо не было никаких удач в Украине, я там им попользовалась и закрыла его. Тогда я совершенно не хотела никакого-то там себе жениха искать. Вот. Я думаю, ну какой жених, я в командировке, как бы, что там может как бы быть. В это время мой будущий муж искал, с кем бы кофе попить. Вот. И я всплыла в поиске, потому что у меня поменялась локация. У кого меняется локация, тот как бы в начало списка попадает, насколько я потом поняла. И у меня, значит, где-то в начале списка, там поиска, значит, тогда еще на этом сайте не было вот этих мэч, которые, вот эти вот свайп, тогда еще не было. В то время. Тогда было просто, ты мог видеть всех. Вот. И он меня, видимо, как-то вот увидел и написал мне он сразу же. То есть я открыла этот сайт, тут же я там всплыла во всех этих поисках, и тут же мне пришло от него сообщение. Он вообще первый был, кто мне написал. И я говорю, ой, чувак, типа, привет, говорю, я тут приехала, значит, мне очень хочется там кто-нибудь, кто Чикаго, значит, знает, чтобы мне показал Чикаго. Он говорит, я знаю, я типа тут родился. Я говорю, о, круто, пошли. Он говорит, давай прямо сегодня пойдем. Я говорю, пойдем. Я тестировщик. Мне было на тот момент 35. 5, моему ребенку было 5. Вот. Я с отцом ребенка рассталась, когда ребенку было 2. То есть я 3 года была вообще одна. Вот. Как-то, ну и с ребенком, и как-то в Украине мне как-то особо не везло. Здесь, кстати, совершенно другая история. Здесь настолько популярно, а там просто вообще голяк был. Там мужчины такие балованы. Ну, и вы познакомились, ну, вы пошли на кофе с Джоном этим, да? Он вас старше, вашего возраста, кто? Можете немножко Он рассказать? меня старше на 2 года. В принципе, моего возраста, как бы, да, 37 ему на тот момент было. И он, мы с ним встретились в баре. В баре было очень шумно. Я говорю, слушай, я говорю английский, говорю, хоть и знаю, но в баре я тебя совершенно не слышу. Пойдем на прогулку. Это была весна, было тепло. Вот. И насколько я уже знаю, он нарцисс классический, и он как бы решил меня впечатлить. А эти же люди, они же очень такие в начале, сахарный душ, они такие все вот звездные, все. Он, короче, тоже был в IT программистом. Мы работали еще и на одной платформе вместе. Ну, то есть с одинаковыми мы вещами работали. И мы такие, да, короче, классно. Мы так похожи. Вот. И он топил на то, что мы так похожи. Вот. И я ничего не думала, как бы, никаких там романтики никакой как бы, с ним иметь. Но он как-то так вот меня закружил, и так и сяк, и подстраивался, и вот искал какие-то между нами, значит, этим, что-то общее и так далее. И плюс он еще с длинными рыжими волосами, и он занимается музыкой. Как я потом выяснила, он так ею занимается, что... Но он типа, я рок-музыкант, значит, у меня своя группа. Вот. А я как Ну, бы... стоять. Я тоже, я меломанка, любительница музыки, и я росла среди музыкантов, и у меня там парни были в детстве все с длинными волосами. То есть у меня это как вот образ мой, как бы такой вот секс-символ. Вот парни вот такой вот внешности. Хотя мне там 35 было, уже здоров, ну, как бы взрослая тетя уже, надо уже мозги иметь. Но нет, меня вот что-то триггернуло так сильно в нем. Я была как бы из офиса, какой-то фигне. Там я не собиралась на это свидание, там ногти не накрашены, там лицо, там ресницы только накрашены, волосы в разные стороны. То есть я совершенно не планировала ничего, я погулять хотела. Ну и, короче говоря, в этот же вечер, секса у нас не было в этот вечер,
Потому что я жила в квартире со своей начальницей. Вот. И он меня проводил домой и такой, давай же ко мне ломиться. Вот. А я говорю, я не могу, у меня там начальница, говорю, сидит. Говорю, поэтому... И с тех пор мы не расставались с ним. Вот все эти 2 недели, как бы начальница уехала, он ночевал у меня в квартире этой корпоративной, я ночевала у него в квартире. Вот. И мы вот так вот постоянно вместе, он меня забирал с работы, отвозил на работу. И все, короче, эйфория, какой-то вообще, это было какое-то безумие просто. Вот. Я понимаю, что была там химия, это была не любовь еще какая-то, но у меня просто крышу снесло, у него крышу снесло, это был просто вообще что-то такое. Потом это сыграло со мной очень злую, плохую шутку. Вот вся вот эта первые 2 этих недели идеальных, когда он тратил на меня какие-то безумные деньги, он там мне все покупал, он водил меня по всем ресторанам. Он меня возил по городу на этом Uber просто вот так вот кругами там. Он нереально много денег тогда потратил. Вот. Я там думал, боже, богатый. Ой. Уехала я в Украину. Вот. Он как бы ушел немножко в себя. Он как-то перестал вот, сначала вот это вот внимание, а потом такое, типа ближе дальше, он такой раз отстранился. Я такая, ну как же так? У нас же такая любовь, что, почему он так себя ведет? Я так переживала, все. И я начала первое ему писать. Вот, я ему, он как бы отвечал, ну так, я, ну как, ну не может быть. Ну это же все было так прекрасно. И я как-то ему писала, 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 писала. А он мне так отвечал, отвечал. Я думаю, да пошел ты в жопу. И я, короче, познакомилась с другим чуваком. Вот. И тот чувак в меня влюбился, он был из Германии, и он прям весь жениться был готов. И я уже думаю, а я того любила, мне так он вот нравился так сильно. И я ему уже, у меня сердце напополам, я говорю, слушай, говорю, тут уже, говорю, ты мне так плохо, говорю, пишешь, отвечаешь, говорю, наверное, ты меня не любишь. Я, в общем, тут это, у меня тут кое-кто появился. Боже, что тут началось? Просто он примчался ко мне в Украину Вау. просто тут же. Как только почувствовал конкуренцию. Да. Что он такой прекрасный, значит, принц, такой весь это недоступный, и давай побегай за мной. Ну, а я ж бегала недолго, вот. А тот прям попался мне вот просто вот под горячую руку. Думаю, ах, классно. Вот. Мне это не особо там он нравился. Вот, но я решила вот так вот сказать. И он такой, все, короче, бросай этого немца своего, я тебя люблю, не могу, хочу быть с тобой всегда, и давай детей рожать, и т.д. и т.п. Я же такая, да, боже. Вот. И у меня как раз была ситуация на работе там, я уже давно хотела уволиться, но уже все накипело, короче. Я подала заявление на увольнение, это был сентябрь, и он со мной вот постоянно был, а потом говорит, поехали, типа, ты с ребенком, короче, поехали в Диснейленд. Я уволилась как раз, мы поехали в Диснейленд, в эту, вот этот Диснейленд, в LA, который. Вот, я думаю, поехали. В общем, мы поехали в Диснейленд, потом мы поехали в Чикаго, и он такой говорит, типа, а как вот так сделать, чтобы ты осталась со мной? Я, говорит, не хочу с тобой расставаться. Я говорю, ну, жениться надо, говорю, иначе я вот 6 месяцев, все, и до свидос. Он, ну, давай жениться, типа. Вот. Но он такой был, знаете, чувак, вот я хочу все сразу, я хочу вот сейчас. И мозгов, конечно, у меня тоже не было тогда. Ни у него не было, ни у меня не было. Вот любовь, все, жениться, детей, вот все, давайте сейчас вот сразу сделаем. Ну, это, конечно, звоночек очень плохой, на самом деле. Но кто ж тогда думал? Я лично считаю вообще, что если мужчина предлагает жениться, они не очень любят жениться, на мой взгляд, как бы, да, надо брать, как бы честно, как бы, если он хочет, пока он не передумал, надо жениться, сори, это мой такой... Вот я как бы опрометчиво немного. Где-то сразу, как мы поженились, чувак изменился. Он даже уже на свадьбе уже козьи морды мне начал строить. Мы поженились, мы стали жить вместе. С нами ребенок. Ребенок пошел в школу в американскую. Сложно было, потому что ребенок не знал английского. У нас были, конечно, проблемы. Вместо поддержки началось гнобление меня. Он гнобил меня за ошибки в английском. Он меня гнобил за то, что я не умею с людьми общаться. Он меня
Ну, вы знаете, да, что здесь все такие вежливые, там супер-пупер, там раскланяться нужно, прежде чем что-то скажешь. А я же со своим украинским прямолинейностью за своей разговаривала так, как мы привыкли. Он меня начал там чмырить, что я там мужлан неотесанный, что я невежливая, т.д. и т.п. Короче, он меня вместо вот, чтобы просто меня как-то адаптировать, да, как-то меня поддержать, он просто мочить меня начал. Начались какие-то страшные оры, какие-то вопли, какие-то маты постоянные. Вот. Потом он начал мне рассказывать, что я тебе буду изменять. Вот. Ну, он еще этого не делал, но он уже начал говорить, что типа, а вдруг мне нравятся другие женщины. И это все как бы вот little by little, вот этими вот маленькими там шажочками, шажочками. В общем, потом он как бы, у меня еще не было, ну это такое по секрету вам говорю, у меня еще не было разрешения на работу. Он мне сказал, нет, ты, короче, не должна сидеть дома, ты должна, в общем, что-то делать. И поэтому он ушел со своей работы, он организовал типа как бизнес. Он говорит, ты мне должна найти украинских программистов, которые будут мне тут за копейки, короче, работать, а я буду типа всю прибыль получать. Я буду находить клиентов, они будут все делать всю работу, а я буду прибыль получать. А ты, вот твоя задача с клиентом разговаривать, ну я ж в этом разбираюсь хорошо, типа разговаривать с клиентом, руководить программистами, делать, короче, тикеты, делать эти вот, как бы, требования, все тестировать, и, в общем, все, и за продукт отвечать. Я говорю, у меня нет разрешения на работу. Он, а тебе, ну, не надо. Это семейный бизнес. Ты будешь, короче, работать, а деньги буду получать я. Но в итоге так и было. Он меня, как бы, заставил это все делать. Он сказал, а иначе, короче, ты уезжаешь в Украину, потому что мне не на что тебя содержать. И я просто вот так вкратце расскажу за все эти годы. Я сменила несколько работ, я сделала уже как бы карьеру, я уже начальник. Но как только у меня появлялась работа, это был грандиозный скандал со швырянием мебели. Как только меня увольняли или я увольнялась, это был праздник у него. Он просто там, я не знаю, ликовал. Он хотел, чтобы вы зависели от него, да? Ну, как бы Очень хотел. Да. ему не нравилось, Очень что вы независимы, что вы, собственно говоря, хотел. Да. что угодно, как бы. А вы на Там. этом этапе уже получили грин-карту или еще нет? На этом этапе у меня была условная, да. Ну, он хотя бы пошел с вами на собеседование, то есть, как бы, он Да, пошел, все пошел. прилично, как бы, да, ну, Да, более-менее. пошел. Он все-таки как бы любил меня. Я не знаю, что он вкладывает в это понятие, любить и такие гадости делать, это как бы... То есть, у вас уже есть условная грин-карта, у вас, в принципе, вы там, а вы тестировщик, как бы, продолжаете в этой Да, сфере, как бы, да? да, пойти. Угу. Вот, то есть вы, ну, в принципе, как бы, да, то есть вы работаете в IT, у вас есть своя зарплата, работа, как бы, там, ну, не знаю, общение, Да. в конце концов, то есть вы, в общем-то, независимы от него в плане ни финансов, как бы, ни... Независимо. В плане финансов, ну, были как бы моменты, когда я там ему отдавала свои деньги, потому что ему нечем было зарплату платить этим своим программистам. Я, может, и дурочка, но не всегда. Вот, я пошла спираль поставила, во-первых, себе, чтобы не залететь. Вот, это первое. Второе, мы типа аж объединили наши финансы, ну типа вот карты наши, для UCS, в принципе, ну как evidence. Но как-то так получилось, я не знаю даже как, что он мои карты не видел при этом, а я его карты видела. Это какой-то глюк был в системе, но я не стала его исправлять. Он мне говорит, а что я не вижу твоей карты? Я говорю, да, ну как-нибудь потом в банк сходим и это. Ну, короче, мы так и не сходили. Вот. В общем, он не видел, что у меня на счету творится, а я видела, что у него творится. Но он как бы иногда приходил, у меня деньги стрелял, скажем так. Я уехала, отвезла ребенка в Украину к бабушке, я вернулась, и вот развернулась эта вся картина с беременной какой-то теткой, пока я ездила в Украину. Все вот это случилось. Вот, я вернулась без ребенка, ребенок остался у бабушки, слава богу. И пришла эта тетка к нам жить, потому что она беременная. Ну, там женщина как бы моего возраста, но она наркоманка, алкоголичка, она умерла от передоза в итоге, так, заходя вперед. Да, она была абсолютно ужасная, аморальная, что-то такое разложившееся нечто, в общем, она была просто ужасная. Вот, и она начала ему говорить, она с тобой из-за грин-карты, ты что не видишь, эта женщина, вот я тебя люблю, потому что мне не нужны никакие документы, а вот твоя жена, она приехала, она же тебя обманывает, и она вот так постоянно вот говорила, в общем, в итоге я собрала вещи, я сняла квартиру, и я просто говорю, идите вы все нахуй.
и ушла. В итоге она сама ушла, я уже переехала, они там что-то жили какое-то время. В итоге она сама куда-то делась, короче, она же была наркоманка, она там не совсем в себе была. В итоге ее кто-то там из семьи приехал, забрал. Вот. А этот приходит ко мне под порог, значит, на колени падает, и сначала, значит, с таким заявлением, что давай, в общем, я буду притворяться, что я ее люблю и буду жить с ней, а к тебе приходить в гости. Потому что я не хочу, чтобы она аборт сделала. Я говорю, ты с ума сошел? Ну, короче, это все было долго, болезненно. Я потом, когда у меня ребенок приехал из Украины, мы уже в другой квартире живем. Он вообще ничего не понял, как бы, вот. Несколько месяцев еще, в общем, в коленях у меня валялся. И в итоге мы как-то там сошлись. Вот. И мы опять переехали в другую уже квартиру, сняли. Вот. А потом через несколько месяцев начался COVID. Мы еще съездили в Украину все вместе с семьей, отпраздновали Новый год с моей семьей. И он ездил. Он жил у моей мамы 2 недели, потому что он зубы делал. Ну, короче, ну, какое-то такое близкое общение было. Не то, что мы там номинально были женаты. Нет. Вот. И начался COVID, и все мы закрылись в квартирах. И меня уволили, потому что у нас схлопнулось наше подразделение в Чикаго из-за ковида, не было заказов, и, короче, меня уволили. И представьте, я в квартире с этим психом, меня уволили, у меня нет работы, ковид, самолеты не летают, то есть мне деваться просто некуда. Плюс еще у меня подруга сильно заболела, и ее девочка жила у нас, ребенок тоже, двое детей, получается, и она болела долго, полгода где-то. Вот. И я просто вот такой в ловушке, и он каждый день страшно орет, и дети это все слышат. В общем, начался какой-то просто трэш ужасный. Вот. Лето, вот это лето ковидное, мы как-то там протянули вот в этой вот ужасной атмосфере. Что с его ребенком на стороне? Он родился, не родился, что там произошло? Ну, я как бы потом у него спрашивал, он говорит, что он типа как нанял детектива за ней следить, и что никакой там беременности не было. А вот этим ковидным летом она умерла от передоза. Я думала, что он гонит, как бы, но я потом залезла и нашла некролог в интернете. И ковидной осенью я заболела ковидом как раз. Тяжело очень заболела. И я болела, я была дома. И он меня, я как раз нашла какую-то там подработку, и тоже у меня не сложилось. Он опять такой радостный, короче, не сложилось, супер, короче. Он уже вообще чувствовал, что он там царь и бог. И мы только-только, я как-то каким-то способом, он уже меня ненавидел, мне кажется, тогда. Но каким-то способом мы подали на снятие условности, вот как раз этой осенью ковидной. Видимо, он понял, что, блин, он лажанул, надо было этого, короче, не подписывать. Но он меня уже прям ненавидел, просто прям терпеть меня не мог, лютой ненавистью. И в один прекрасный день он меня типа попросил, как бы заставил, какой-то у него конфликт был, значит, с его сотрудниками. Он сказал, пойди, в общем, их построй за меня, они меня не слушают. Я говорю, чего я буду с твоими сотрудниками, говорю, зачем, ну я не буду, зачем ты меня посылаешь разбираться с твоими сотрудниками? Иди, короче. Короче, я отказывалась, он на меня давил, я отказывалась. В итоге это все дошло до того, а у ребенка онлайн-урок, то есть в школе. Он сидит на онлайн-уроке. В итоге начался он, началась летать мебель. Вот так вот просто он крушил вот эту всю мебель. Он монитором замахнулся в стену, я его еле остановила. Я такая на это все смотрю, а еще ковида болею, мне так плохо. Боже, я такая на это все смотрю, боже, он нас сейчас убьет, думаю. Но он прямо разошелся так, что я думала, что реально сейчас поубивают нас. И я, значит, начинаю одевать ребенка, причем всем видно, что у нас происходит. Я не знаю, как никто из школы не обратил внимания. Все это было видно на камеру, я не понимаю, как вообще никто не увидел. Я уже не стала потом поднимать этот вопрос. И я начинаю сама одеваться, одевать ребенка, это осень, холодно. И я лезу в шкаф брать папку с документами, потому что ну куда я без документов иду? А у меня там было письмо на продление моей грин-карты, вот, были паспорта, были свидетельства о рождении, были документы о вывозе ребенка из Украины. В общем, самые важные документы у меня там были. Естественно, я беру эту папку, и я начинаю класть в рюкзак. Он это видит, он понял. И у них же эта травма, как его,
брошенности. Когда они видят, что от них уходят, у них срывает полностью крышу. Вот вообще полностью. Отказывают все системы. Он хватает эту папку, вот так вот. И причем у него столько силы появилось, что я не смогла даже его вырвать ее обратно. Он прям сильный такой стал. И он вырывает все вот эти документы у меня, вот так вот расшвыряет и начинает их в клочья рвать. И паспорта тоже? Паспорт, я уже прыгнул как пантера на него, и эти паспорта просто вот так вот из последних сил вырвало у него. Он порвал все. Он порвал все, что у меня было. Кроме двух паспортов, вот моего и ребенка. И меня спасло то, что ему по телефону позвонили. Ему позвонили по телефону, пошел говорить. Я быстро сгребла все, компьютер, все, ребенка вещи, самые необходимые. Хватаю ребенка, говорю, и ему говорю, мы пошли погуляем. И мы пошли гулять, и я просто пошла к подруге. Вот. А так как я болела ковидом, это было, конечно, очень все плохо. В общем, через long story short, через 3 недели он меня вернул домой. Он лазил на карачках, обещал мне золотые горы, умолял, ноги целовал, короче, вернул он меня домой. И я тогда уже начала потихонечку с адвокатом связываться, потому что я уже не знала, ну, я была полностью в растерянности. И адвокат мне говорит, слушай, говорит, ну тебе тут осталось, говорит, ну полгода, может, до той грин-карты, говорит, ну год максимум, ну потерпи уже, говорит, потом сложнее будет. Вот. И он говорит, ну, если, говорит, ну, он тебя там не бьет, то потерпи. Я такая, ну, блин. Вот. Но не бил, не бил. Никогда не бил меня. Вот. Но был очень близко уже к этому. Я уже, вот, если бы я не ушла последний раз, я думаю, что он бы бил меня уже. Вот. Короче, вернулась я опять. Под Рождество случилось буквально практически та же самая история, и я опять ушла, опять уже к другой подруге, жила 3 недели у другой подруги с ребенком, опять я вернулась, потому что, ну, у меня не было работы, мне некуда было идти, работу я искала весь этот год, просто как сумасшедшая, но был ковид и совсем, но в итоге я 3 раза уходила из дома, вот на протяжении наших отношений, четвертый я ушла уже навсегда, это был апрель, март, и я нашла работу. Вот эту, на которой я сейчас. Вот. Хорошую, с хорошей зарплатой. Из дома. Открыли школу, ребенок начал ходить в школу. И у меня все начало налаживаться. И его это просто вывело из себя. Он просто стал невменяемый. Он завел 3 любовниц. Он подсел на наркотики. Я на тот момент уже начала связываться и с семейным адвокатом. Потому что я смотрю, у чувака едет крыша капитально. В общем, он начал за моей спиной ходить в USCIS. Его туда не пускали, и в итоге, короче, он ходил-ходил, его пустили. И он туда пошел, и я не знаю, как у него это вышло, если честно. У меня уже грин-карта, короче, готовилась на выпуск, чтобы прийти мне по почте, потому что я собрала вот такую стопку доказательств. У меня уже по срокам, уже вот она прийти должна была быть. Я ему это не говорила, но он знал. Он там сам покопался, и он знал. И он начал уже ходить. И он же начал мне этим угрожать постоянно, а я ему говорю, слушай, говорю, чувак, говорю, ты, говорю, будь осторожен, тебя самого посадят. Говорю, потому что если ты будешь говорить, что у нас fake marriage, первым сядешь, говорю. Так что ты, говорю, нет, не тупи. Говорю, ну, он же все угрожал мне, я говорю, ты мне что, говорю, угрожаешь, говорю, сам сядешь. Вот. Но в итоге он пошел, и он сказал, что я его обманула. А, его впустили такие. Как его впустили, я не знаю, туда никого не пускают. Он добился какого-то там аудиенции с каким-то офицером. Он сказал, что я скемерша, что я его обманула, что наш брак, короче, надо аннулировать. После 4 лет, на минуточку. И он добился, чтобы мое дело было в центральном офисе, уже печаталось, короче, моя карта. Остановили процесс, перевели дело в локальный офис. У меня теперь это какое-то разбирательство. Там мне прислали письмо, что у меня дело под разбирательством. Вот. Да, короче, потом там начался трэш полный, он начал то уходить из дома, то приходить, один раз ломился в 3 часа ночи, напугал меня и детей. В общем, закончилось все тем, что он махал руками над моей головой, вот так вот, короче, сходил с ума, гупал этими дверьми,
туда-сюда. В общем, он меня напугал до полусмерти. Я уже думал, господи, куда же еще хуже. Я пошла в полицию. У меня есть хорошая подруга, она криминальный юрист. И она говорит так, все. Хватит, да? Она меня зашкварник и в полицию. Я пошла в полицию, мы сделали репорт, я пошла в суд по домашнему насилию, я добилась там суда, значит, мне сделали охранный ордер. Тут же въехала в эту квартиру, значит, барышня, одна из его любовниц. Просто там не прошло и не знаю, сколько месяца. Вот. Я с отрядом полиции приходила, выносила свои вещи. Там полиция перекрывала улицу, чтобы мы, значит, load my truck. В общем, там такие были страсти, мордасти, что просто. Вот. Ну, шелтера, конечно, не было, потому что я работаю, я сняла квартиру, то есть без всех вот этих вот вещей. Слава богу, я работу нашла. А за Развод что вы это... судитесь? Сначала не давал мне развод. Так вы, у вас же fake marriage. Что-то здесь не сходится в его логике. А он хотел, чтобы я аннулировала, чтобы мы аннулировали брак. Он добивался того, чтобы этого брака вообще не было. Почему? Он хотел, чтобы меня депортировали. У меня хороший был адвокат, но мой бывший, он так всех задолбал. У нас, наверное, раз, ну не знаю, 12 переносили судебное заседание. По разным причинам. Он выдумывал что-нибудь, он знал, что мне для того, чтобы продолжить процесс в иммиграции, мне нужен развод. А, ну то есть это просто стандартная схема, как бы war of attrition называется, да, то есть война на истощение. Он вас Да, специально да. истощает для того, чтобы, ну это против меня применяли такое, ну как бы это частый такой прием. А почему вам, объясните, пожалуйста, какова ваша иммиграционная стратегия, почему вам нужно развестись для иммиграции? Уточните, вы делаете ВАВА кейс или вы не делаете ВАВА Я кейс? не делаю ВАВУ, потому что у меня уже есть грин-карта условная. Мне нужно снять условность, а я не могу ее снять без него. Мне нужно либо с ним явиться на интервью, либо с разводом, либо с вот, бумажкой о разводе. Из вашей всей истории я не вижу, знаете, нигде, где, честно говоря, вы что-то сделали неправильно или могли что-то, ну, понимаете, да, предвосхитить, как бы. Мне кажется, что, ну, вот я бы в вашей ситуации, любой человек в вашей ситуации, как бы, нигде не было видно, что что-то не так. Да, у мужа бизнес, хочется помочь ему, если у вас есть стабильная зарплата. Да, не знаю, там, муж, ну, понимаете, да, как бы, некоторые ссорятся, некоторые мирятся, как бы, влюбились, женились, то есть, как бы, там ничего такого, как бы, нигде нету, вот, понимаете, о чем? Да, я хотела счастья, я хотела любви. И вот мне уже сейчас пора бежать, но я скажу вот в чем как бы самая большая боль моя была в чем? В том, что я помнила эти 2 недели счастья. И я все время думала, блин, что я сделала не так? Он же вот такой классный был. Это все я виновата. Это вот я что-то там не так сделала, не так посмотрела, не то сказала. То есть наши женщины ж любят себя, короче, погнобить, да, пообвинять. И я все время так на себя вот эту ответственность возлагала и все время вот себя вот как-то вот винила в этом всем. Но, знаете, с Вот. другой стороны, хотела вас поздравить, как бы похлопать по плечу. Не знаю, как это правильно сказать, что очень многие женщины, к сожалению, в этих ситуациях не могут уйти, и они повторяют этот цикл постоянно. И вот такая молодец, и вы ушли, и вы... Ну, четыре раза. Четыре. Я же Четвертого я... слышала статистику, я думаю, вы тоже знаете, что это нам, в среднем намного больше женщинам, как бы, да, ну, приходится делать этих попыток, это типично, что люди возвращаются, как бы уходят, и вот такая молодец, что вы наконец-то Да, вы... я сама так рада вообще, я поверить не могу, что я это сделала. Что вы Сейчас большой многие молодец. Это женщины помогают. сложно. Это очень сложно, как бы. Мне интересно, знаете, скажите, как вы думаете, что вам помогло выбраться, да? Подруга. Подруга. То есть она как бы вас Подруга. просто поддерживала, как бы, да, и она... У меня подруга жесткая женщина. Она криминальный юрист. Она в жизни повидала столько подобных вещей. Она просто знала, что если она вот сейчас не вмешается и просто меня вот так не вытащит, то мне хана. Она просто домашнее насилие не понаслышке видела. И она знает, что это такое. Мне просто повезло, меня судьба свела с таким человеком. Спасибо большое, что выслушали. До свидания. Очень интересно и большой молодец. Спасибо большое, что поделились. Да.